цель. Готовится Best of 2 противостояния OG против команды For the Dream. И, конечно же, пики и баны уже прямо-таки на ваших экранах. Чен и Ember Spirit вместе с Клокверком для команды OG. For the Dream забирают себе Shadow Шамана, Тайдхантера и Джакира. В этот раз решили не упарываться в какой-то прям супер жесткий фаст-пуш. OG взяли себе таких, ну, довольно мидгеймовых, довольно сильных с самого же начала игры, опять же, персонажей. Не сказать, наверное, такого про Эмбера вот прям в первую очередь. Но Клокверк и Чен — это те герои, которые должны сейчас выигрывать. И причем выигрывать довольно серьезно. Опять же, имеется Джиггернаут. Вот сейчас уже у команды For the Dream Чену будет не так легко. Но Клокверк все еще хорош. Причем Клокверка мы не видели очень давно уже в мете. Он постоянно куда-то пропадает, вот иногда появляется и на четвертую позицию, и на третью позицию его иногда можно брать. Но, насколько я понимаю, именно в этой игре он отправится на сложную линию. Морфлинка мы уже видим на легкую. Ну, я думаю, что Морфлинг там сможет более-менее отстоять. Осталось 10 секунд. Как бы проблем у них серьезных быть не должно. Ну ладно, на самом деле, просто ждем, смотрим, что будет дальше. Уже на файт имеется 5 на 5 от команды OG очень немало аур в любом случае. Потому что Клоксия соберет по-любому какой-нибудь что угодно, но с аурой практически точно сейчас. Все третьи позиции так играют. Что тот же самый Чен сделает Миказом наверняка после Миказма Грифсы. И в целом, таким образом, файт 5 на 5 пробустит. Ну, вот у команды FTD будет появляться на последний пик. Это пока интересный вопрос. Осталось 5 секунд. Сдаются этим вопросом ребята из OG и пока думают, кого им нужно банить. Понятное дело, что Джиггернаут уже на легкую линию. Команда FTD. Думаю, что определили уже этого персонажа. Очередь сил тьмы выбирать героя. Лишрак появляется для команды OG. Ну и в целом неплохой такой пик. Да, действительно, можно что-то с этим пытаться придумывать. Как минимум. Магический урон есть, физический урон есть, мобильность есть. Я не знаю, чего не хватает пик команды OG в этой игре. Нет, на самом деле, пик действительно очень даже неплох. Но не сказать, что это какой-то ультимативный пик коллектива OG. Все же матч для них не решающий. Набрали просто тех героев, на которых им приятно играть, я более чем уверен. И, ну, будут пытаться все-таки эту игру так же быстро, как предыдущую, закончить. Но так же быстро, как предыдущую, здесь наверняка не получится. Потому что For the Dream все-таки сейчас берут и, ну, показывают, что они могут играть серьезными пиками. Пик с Тайдхантером. Опять же, Queen of Pain появляется у нас на этом турнире. Продолжает появляться. Довольно часто ее пикают в последнее время. Ну и в целом этот пик уже выглядит не настолько без зуба, как в предыдущей карте. В предыдущей карте был рассчитан пик именно на то, чтобы вначале как-то запушить и попытаться успеть закончить эту игру. Но все получилось совсем не так, как планировали For the Dream на прошлой. Что будет на этой карте? Честно говоря, я предполагаю, что то же самое. Может произойти то же самое, только чуть попозже. Вот и все. Ну что ж, ждем. Начинаем смотреть за игрой китайского коллектива против европейского, против чемпионов The International 2018 года. На 19-й год пока прогнозов не дам. Пока уж слишком сложно. Но вот, в 2018 у нас уже есть результат, на который как бы неоспорим. Но сейчас OG по-хорошему должны просто пойти, я не знаю, выиграть все свои линии, после чего начинать отдыхать, наверное, вообще.
сегодня. Для них это последний матч. Да, действительно, это последний матч для команды OG, так что я думаю, что сейчас они последние игры доиграют и пойдут либо в лаунж, либо куда еще. Может быть, просто погуляют по замечательному городу. Готовятся. Кстати, вот ни разу не был в Катовице. Надо бы туда хоть как-то добраться. Я думаю, что если будет что-то в Польше еще происходить такого киберспортивного, наверное, надо съездить. В целом, это не так дорого оказалось, как я предполагал. Из России. Если из Украины, то, наверное, еще дешевле. Ну, кто его знает, ладно. Об этом потом. Тут Себастьян уже прожал Диаболики, как бы забирают две руны ребята из команды OG. Также две руны имеются для коллектива FTD. Ну и посмотрим, что здесь клуб мечтателей сможет сделать. For the Dream же все-таки название команды. Себастьян. Вместе с Клокриком пока на верхней линии как-то пытаются выстаивать. Клок, кстати, еще вообще никак, ни единицы экспириенса не забрал у Себастьяна. Как мы это видим. Не, ну интересно. Интересно, пока действительно так довольно нестандартно играют. Уже видели мы Лишака пятой позиции. Только вот от кого мы его видели, я сейчас прям вот точно вспомнить не смогу, наверное. Прям сразу вам сказать. Но точно он был. Возможно, даже от команды Chaos, с которой предстоит коллективу Alliance играть следующее противостояние. Хотя, возможно, также и из команды NiP. То есть я помню, что это было в первый игровой день, но в каком именно матче я сейчас быстро эту информацию поднять не смогу. Так, тут первая кровь в это время. Джеймс также наверняка еще будет умирать внизу. Разменялись любезностями команды. Да, и первая кровь, причем убийство от Джеймса по Нойтейлу. А, ну оно было там же, ладно, хорошо, это просто ЛТВ взял и ответил, ладно. Кстати, больше золота получили за это ребята из команды OG. Между прочим. То есть АЛТВ, по идее, после того, как персонаж делает First Blood, то есть вот Джеймс сделал First Blood, вот если его убить, то ты за него получаешь побольше голды, нежели он в целом. Так что здесь должно быть все в плюсе именно для коллектива OG. Если нет никаких нюансов, конечно, в плане того, что это суппорт, в плане того, что, опять же, там добьют крипы, что-то еще произойдет. Вот, ну, это просто такой вот неочевидная механика, грубо говоря. То есть размен 1-1, выигрывает тот, кто не забирает первую кровь. Если, конечно, убивают того героя, который эту кровь забрал у оппонента. Летают адаптивы. В целом, все у ЛТВ неплохо. ЛТВ спокойно фармит. Проблем серьезных, конечно, у него на этой линии вообще возникнуть, по идее, не должно. Хотя есть, конечно, Хекс у Shadow Shaman. Он может его вкачать прямо сейчас. Зершок пока имеется. Сетки не будет, но в целом здесь контроля, конечно, очень немало для того, чтобы Морфлинга пытаться пробивать. Но я думаю, что все-таки ЛТВ это такой игрок, игрок такого уровня, что он просто прожмет перекачку в силу, и никто не успеет на него забросить дизейбл. Ну, во всяком случае, пока он стоит один. То есть там ты ни на кого не надеешься, надеешься только лишь на свою перекачку. Что по крипам? Между прочим, FTD все же выигрывают сейчас по золоту, по добитым крипам, потому как 25 крипов имеется у
Queen of Pain с Денайла, а на 6 крипов с медл-линии против Топсона. Топсон же пока довольствуется 20-м крипом. Вот больше ничего нет. Денаев тоже почти нет. Всего лишь один Денай. Джем сейчас еще подходит. Эзершок есть. Привязали. Эмбер Спирит. Конечно, в таверну. Вот такие дела. А здесь параллельно, между прочим, драки. Драки на линиях. Забирают Тайдхантера. Забирают еще одного героя. Воспользовались тем, что на мидл-линию стянулся все-таки шаман, и, по сути, решили все-таки поагрессировать ребята из команды OG. В целом, агрессия оказалась оправдана. ЛТВ. Ну, недостаточно. Недостаточно у него, конечно, урона, чтобы пробить Тайдхантера. Хотя вот сейчас вместе с Ченом, может быть, будет и достаточно. Замедление идет. Пошел вейвформ, и это будет минус Тайдхантер. Да, неплохо все сделал Ноутейл. Действительно, дал Divine Favor призраку своему. Вот что он, кстати, в такой случае дает. Муспид, по-моему, не повышает регенерацию только, то есть лечит в целом. Да, да, дополнительный урон от атак и длительность. В целом, да. То есть здесь никаких дополнительных бонусов по крипам от Divine Favor не имеется. Сейчас катапульты, кстати, начинают разваливать Тир-1 Тавр под Чедом. Это, конечно, очень приятно смотрится. Но надо что-то делать команде FTD. Уже трех героев сюда стянули. Игроки команды For the Dream. Но пока эти три героя в целом никого и поймать-то не смогли. Но Тейл ставит вард. Да, чтобы понять, когда, если вдруг что-то оставать телепорт. И неужели он телепортирует кого-то с себя? Неужели это происходит, правда? Но нет, нет, вроде нет. А, АЛТВ телепортировал. Со спины, все, заходят. Заходят, цепляют Джакира. Джакиру очень больно. Джакира такими темпами, конечно, отъедет. Пойдут дальше. Тайдхантер. Еще один вариант. Тайд все же там Энчер Смэшем своим откинулся. Но это наверняка его не спасает. Да, использованное. Уже также и Коги от Джерекса. Джеймса. Я думаю, что сейчас тоже зацепят. Но неплохой, неплохой выход в целом. Джерекс опять же потанкует Тавр. Врывается Морфлинг. И Джеймса тоже забирают. Да. Убили, убили двоих игроки команды OG внизу, вот прямо сейчас. Поплатили за это, правда, смертью Лишрака. Но Лишрак — это пятая позиция, и в целом то, что он отдаст там Джиггернауту, это не такая-то критическая инициатива. Ну, FTD, конечно, огрызаются в этой игре. С другой стороны, именно командные действия от них не настолько грамотные, как от команды OG. И по личным исполнению все же, наверное, игроки будут послабее. Но смысл в том, что действительно пока OG прям совсем никак не дрогнут. 2000 преимуществ у них уже после 9 минуты имеется. На равных сегодня карты мы с вами еще не видели. На Макао, конечно, они были, на Макао их было довольно много, но... Они начинались в 5 утра, поэтому я думаю, что большая часть людей, которые сейчас смотрят этот эфир, могла за ними не уследить. Верхнюю башню сил света атакуют. Топсон. Есть Мангус, мана уже практически нет. Там Квапа блинканулась просто после блинка Торгенилась на Шрайне. Будет возвращаться. Центральную башню сил тьмы атакуют.
Ну и посмотрим. Так, Себастьян. Себастьян, кстати, походу, все-таки не пятая позиция здесь. Решили поиграть немножечко по-другому. В целом, No Tail. Таким образом, четверка. А кто пятерка? А, Clockwork, Джеркс. Джеркс, видимо, исполняет пятую позицию в этой игре. Да, не дефолтная расстановка по ролям у команды OG. То есть, обычно, конечно, Себастьян исполняет пятую позицию. Точно уж не стоит он на сложную линию на Лишраке. Так что это такая рофлокатка. В целом, здесь это даже не так сильно важно. Ну, решили дать Себастьяну немного подфармить. Возможно, сам попросил перед стартом игры. Вот, но, правда, вот сейчас, наверное, этому не особо-таки рад. Забирают очередной раз Лишрака. Тут Queen of Pain накричала просто впустую, и на этом все. А зачем было кричать? Топсон даже бросил тип. Сейчас этой квапе. Ну, посмотрим, что будет дальше. Дальше, может быть, еще сложнее будет Queen of Pain находить место для ультимейта. No Tail. В погоне за Джиггернаутом. Превратился ЛТВ в Джиггернаута. И, в принципе, на этом, наверное, все закончилось. Ну что ж, тир 1 тавр должны такими темпами забрать. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Себргал на пятерке. Я сказал, что Себргал... Сори, друзья. Да, я действительно извиняюсь. Небольшой брейнлаг произошел. Я почему-то весь этот матч думал, что у нас Лишрак должен быть пятой позиции, но нет, нет, нет. Себастьян, конечно, в сложной линии исполняет для команды OG. Вот, и роли здесь абсолютно нормальные. Да, прошу прощения, вчера до ночи шли матчи ESL, и вот сейчас они как бы продолжаются, да. Самую малость не по таймингу получилось. Еще раз извиняюсь. ЛТВ. Вместе с Ноутейлом сейчас все-таки будут пытаться заходить на хиграунд, ребята. Так, Топсон цепляет двоих. Но может и сам, на самом деле, здесь такими темпами хоть как-то отъехать. Но нет, не сайленса, нет никакого дизейбла. Просто-напросто улетает на своем времени. Но у тебя Рэвиш сжать Тайдхантер не стал. Хотя вот сейчас, наверное, уже бы и стоило. Начинают пробивать Клокверка. Джеракс под минус армором. На самом деле сейчас горит. Это все-таки минус Джеракс. В итоге есть также еще и Ревидж от Тайдхантера. Получается, Топсона все это дело заивыдить. Продолжает дамажить свистов. Ну и в итоге убивает что Джеки Росса, что Тайдхантера. Да. Здесь все-таки OG смогли отыграть. Хотя Топсон прожимает Ремнант. Будет пытаться хоть как-то уходить. Но нет, связал Джеймс. И на этом все закончилось. 5000 преимущества за командой OG, 11-7 счет в этой игре. А ЛТВшечка тут у нас улетает в новой форме. Ну и в целом на этом все закончилось. Да, то есть драка опять получилась 2 в 2. Драка более-менее равная, но FTD от нее в плюсе, как ни странно. В плюсе они именно потому, что OG просто до этого намного больше фармили. И в итоге за двух героев команды... OG, конечно, дает больше, чем за двух героев команды FTD Club. Ну, OG в любом случае сломали барак на верхней линии. Про это тоже не стоит забывать. Конечно, сломали они не казарму мечников, но линия все еще будет пушиться в сторону оппонента. Сейчас вот No Tail берет себе еще и две катапульты и будет пытаться по мидл линии побыстрее закончить.
Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Да, а насчет того, что Лишак пятой позиции действительно был у нас на первом игровом дне ESL, это правильная инфа, здесь я не ошибся. И как раз-таки NIP с ним и исполняли. 12 на 7 счет, 15 минута уже, 6 тысяч преимущества за OG. Queen of Pain. Очередной раз здесь Топсон рассказал, куда ходить не надо. В целом у него довольно-таки убедительно это сделал, получилось. Ну и Ноутейл, партизан. Да, тут сломал уже Шрайн. Возможно, попытается себе сейчас крипов каких-то новых поменять. Но я думаю, что катапульт его, может быть, и устраивают. Наши душ шамана здесь увидели. Полетел сразу Эмбер. Пытался цепануть, и в итоге чины немного не по таймингу нажал Топсон. Это, конечно, очень неприятный момент. Ну и заход на Т2. А FTD уже заняли оборонительную позицию. ЛТВ пытается настреливать по Тайтхантеру. Ревиш снова есть. Ультимейт КВП имеется. И в целом хотелось бы подраться, конечно, команде FTD. Но сейчас могут просто ворваться Тайтхантер, не дать ему коснуть Ревиш. Да, это минус Тайт. Джерекс отлично отыграл. Пошла дальше инициация от команды OG. Цепляют Джеймса. Джеймс в таверну. Ультимейт от КВП, конечно, там немножко застал игроков команды OG врасплох, но не настолько сильно, чтобы они там потеряли больше 300 хитпоинтов. Причем от максимального запаса здоровья, так что ультимейт от КВП снова в никуда. Вот, ну, как-то не везет, не везет, действительно, команде FTD. На Sonic Wave ни одного Sonic Wave эффективного все еще за эту игру не было. Так, Джерекса получилось забрать. Неплохо, Джиггернаут пытается также еще и с Топсоном воевать. Эмбер Спирит с такими темпами может отъехать, хотя нет, пока что живет, пока что Мансит. Все еще Блейд Фьюри работает, Фейдед его преследует, но, конечно, никак ты уже отсюда не уйдешь. Ремнантов нет, маны нет, ничего не поделаешь. Лишака, скорее всего, сейчас тоже заберут. Минус 3 уже в исполнении команды FTD. Зайти и сломать сторону они не сумели, пытаются катапульты там все-таки это дело доделывать. Но, да, смогли. Хотя бы сломали. Хотя бы сломали по итогам. В целом, конечно, втроем отдались. Это не очень хорошо, но также еще и отдали все свои ультимейты FTD Club в то, чтобы задефать верхнюю линию. Причем этого сделать не смогли. Ну и OG сейчас могут уже обратить внимание на Рошана. Попытаться, возможно, Аегис из этого камнеголового выбить. Возможно, уже с Айгасом заходить на ХГ, но здесь FTD. И FTD не хотят этого Рошана просто так отдавать. Понимают прекрасно, что ну, нужно сейчас уже хоть как-то двигаться. Макропира пошла, и спас есть. Но Ноутейла немного продамажили, цепанули Queen of Pain. Queen of Pain вернулась и в итоге просто получила контроль плюс смерть. Shadow Shaman попытался хоть самую малость здесь подержать Эмбер Спирита, но ничего не получается. Я думаю, что это уже ГГ. На самом деле 10 тысяч преимущества, 18 минута, счет 18-10. И все, больше как бы ничего не будет. Ну и что ж. Да, Рошана всеми силами пытается пробить. Тут, конечно, плюс Аегис для команды OG. Ну, смотрим, что дальше. Смоук использован от команды OG. Я так понимаю, Чен сейчас, да, будет пытаться когда-то выходить под этим смоком. Спалили смок, понимают, что кто-то рядом в инвизе. Здесь Shadow Shaman просто на ноге уходит. Но все еще ничего не боятся. OG. Да, просто гуляют по вражескому лесу, как по своему.
Топсон здесь также еще и подпушивает линию. В общем, просто играют они со своими оппонентами. Как кот с едой. Джеймса цепляет Джерекс. Должен все-таки здесь за свои батарейки его забрать. Но прилетает еще и Топсон. Свистом ему помогает. В любом случае, это опять же очередной фраг для команды OG. И что еще более важно, ближайшие 20 секунд этого шамана не будет. Это значит, что можно будет хорошо начать заходить на хэграунд. Ну, либо там, на каких-то последних секундах байбек ему сбить. Вот пока, правда, времени для того, чтобы на хэга именно зайти, не получилось. И в целом, ладно, байбек на суппорте, это не критично. То есть можно их жать, можно даже на последних 5 секундах прижимать, если это сильно важно для драки твоей команды. Тут окей. Но хочется уже увидеть каких-то действий, которые просто помогут закончить эту игру команде OG. Ибо шансов у их оппонента, ну, я скажу честно, нет. А тут Морф ломает последнее внешнее строение команды FTD Club. Ну и на этом все. На этом будет начинаться заход на ХГ. Айгис на Топсоне цепляет Джакира. Джакира Макропиру свою отбросил, но эта Макропира, скорее всего, уже всю свою функцию не выполнит. С другой стороны, крипы на ней умирают. Это самое главное. Правда, ЛТВ в то время пробивает бараки. Есть байбек от Джакира. Топсон. Но вот проблема в том, что мана не бесконечная. Айспас залетел. А ЛТВ продолжает ломать строение. Но дэмэджа не хватает. Дэмэджа действительно не так много, как, возможно, хотелось бы. В итоге барак пока еще стоит. Игроки команды OG сейчас попытаются регрупнуться. Ну и наверняка вернуться для того, чтобы продолжить этот файт. Да, здесь телепортирует, кстати, сразу же ноутейл Эмбер Спирит обратно. Топсон фуловый, Топсон возвращается, и Топсон начинает разваливать. Вообще круто смотрится. То есть Эмбер может и сам Ремнант оставить, по идее, улететь, отхилиться на базе. А тут его еще могут вернуть после этого просто очень быстро. Да. Чен плюс Эмбер однозначно хорошая, интересная связка, которую стоит потренить что в паблике, что в целом профессиональным командам. И OG, конечно, нам сейчас эту связку показывают. Не знаю, получилась она у них вот просто так наобум, как говорится. Пикая тех героев, которых хотят тиммейты просто, потому что, в принципе, этот матч для них уже ничего не значит абсолютно. Вот. Либо же все-таки это получилось немного по-другому. Может быть, они когда-то все-таки тренировали что-то подобное, но в этом я сомневаюсь, если честно. Скорее всего, вот просто так под руку подвернулось. Ну и работает. На самом деле, не только они сейчас этим играют, так что нельзя сказать, что это прям вот как-то только их герои, их стратегия. Так, тут, кстати, хекс по Эмбер Спириту. Пока, правда, у меня слэш не прожат. Хотелось бы прожать у меня слэш прям-таки по этому Эмберу, пока он находится в хексе. Но нет, нет, этого не произошло. В итоге Эмбер отходит. Я думаю, что на этом вообще можно будет уже отойти, ретироваться и вернуться обратно. Но нет, ЛТВ идет впереди планеты всей. Да, и просто начинает под Блэк Фьюри проламывать бараки. Вообще получается неплохо. Да, ЛТВ барак сломал. Тут квапа очень сильно поднабитая. И пытается хоть каким-то образом уйти. Да, и Вьюл себя поднимала. Блинк в итоге скастовала. Все нормально. Очередной хекс по Эмберу. Пошел Рейвидж. Рейвидж в целом неплохой, но проблема в том, что дэмэдж под этот рэвидж нанести некому. Микронаут распрыгался, никакого дэмэджа не нанес и пишет ГГ. Поздравляем команду OG с победой 2-0, с супер легкой победой 2-0. На первой карте, по-моему, 13 минут в целом играли над командой FTD Club. И, ну, что можно сказать, китайцы на этом турнире пока себя показать на 100% не смогли. Единственная надежда Китая на данный момент остается, конечно, команда Aster. Но вот второй китайский коллектив вообще на этом турнире уходит. Уходит в таверну, уходит, я не знаю, улетает домой. Обратно в Чунцинь. Либо куда-нибудь еще. Я сейчас не знаю, где именно базируется команда For The Dream. Но смысл в том, что, да, действительно, они больше на этом турнире играть не будут. Уже завтра начнется стадия плей-офф, так что будет сцена, будет все-все-все. Это все смотрите, конечно, на первом потоке ESL от студии Рухаб. Ну и, конечно, не забывайте про то, что сейчас на этом канале продолжится противостояние в рамках этого турнира, продолжится групповая стадия.
последние матчи. Снова не то, чтобы очень много значащие для команд, которые их играют, потому как встречается команда Alliance против коллектива под названием Chaos Sports Club. И хотя, наверное, знаете, что для Chaos Sports Club сейчас этот матч будет значимым. То есть им, у них статистика 5-3. И они могут выйти со второго места в группе Б, в то время как команда Alliance уже не будет иметь шансов выйти не с последнего места, ибо счет у них 1-7. И здесь даже если она выиграет абсолютно все свои противостояния, все равно Complexity команду Alliance обгоняют, но все равно находятся на последнем месте. В общем, что Астерам нужно выигрывать, что Complexity нужно выигрывать. Опять же, мы с вами увидим следующее противостояние команды Complexity против Aster, и там будет битва не на жизнь, а на смерть. И я думаю, что это противостояние будет начинаться уже вот прям очень скоро. Ну, а здесь пока довольно долгая рекламно-музыкальная пауза, так как матчи стартуют по расписанию. Ждем противостояние Alliance против коллектива Chaos Sports Club. Ну, и надеемся на то, что оно окажется интересным. Никуда не переключайтесь, очень скоро к вам вернемся и продолжим смотреть за этим турниром.